Щелковском колледже сегодня проходит национальный чемпионат молодых профессионалов World Skill Trash 2019. Также к мероприятию приурочили тематическую презентацию. Собравшиеся поговорили о цифровых технологиях. Деловая программа состояла из презентаций докладчиков, которые рассказывали о таких темах, как использование информационно-технологической платформы Академия Медиа и цифровых учебных материалов для организации электронного обучения. Цифровое образование, вызовы и возможности для среднего профессионального образования, цифровая дидактика профессионального образования, обучение в условиях цифрового общества и другое. В самом названии цифровизация образовательного процесса заключены два основополагающих понятия. Это, с одной стороны, цифровизация, с другой стороны, образовательный процесс. Так вот, цифровизация образовательного процесса представляет собой такую встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, и цифровых технологий, с другой стороны. Причем целью трансформации образовательного процесса у нас является использование потенциальных дидактических возможностей цифровых технологий, а с другой стороны, целью цифровых технологий, трансформации этих цифровых технологий в образовательном процессе, является именно приспособление их к эффективному решению поставленных перед нами педагогических задач. Мы рассматривали сегодня те виды электронных ресурсов, которые есть в нашем издательстве. Это электронные учебно-методические комплексы, которые позволяют студентам изучать дополнительную информацию с помощью них. Это виртуальные практикумы, тоже симуляторы производственных процессов, которые активно сейчас используются в смешанном обучении. Сам же чемпионат молодых профессионалов World Skills Russia 2019 проходил в соседнем корпусе колледжа, где находятся мастерские. Сегодня и ближайшие два дня будут работать взрослая рамка с 16 до 22 лет. Сюда приедут 15 регионов с Российской Федерацией, и будет отобрано 5 лучших команд, которые в дальнейшем поедут в Казань и будут уже непосредственно участвовать в самом национальном чемпионате. А съемка у нас проводится на фоне, это работа юниорской рамки возраста 14-16 лет. Этот сад ребята построили всего за два дня. Желают всем участникам отборочных соревнований только удачи. Мария Буржинская, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».